Зажигательная музыка для хорошего настроения и последнее приготовление к таким важным для детей Ленинского района играм. Этот турнир, он имеет огромное значение, он региональный. Я рада тому, что очень много детей принимает участие в этом турнире. Я считаю, что яркие команды все. Я вот сама тоже наблюдаю, как проходил этот турнир. Я считаю, что все достойны победы. За право представлять Ленинский район на городском этапе боролись 8 команд, вышедшие в финал районного этапа. Школьник Александр Прокофьев вот уже 4 года занимается футболом. Нападающий говорит, каждая игра дает свои эмоции. Когда проигрываем, обидно, потому что чаще всего мы проигрываем с минимальным счетом. А вот когда выигрываем, у нас добавляется желание играть. Футбол в Самаре всегда был больше, чем футбол, а чемпионат мира 2018 года только подхлестнул интерес к этому зрелищному виду спорта. Ребята еще загорелись после чемпионата мира по футболу, после 2018 года. Основная масса ребят начали заниматься футболом, лично у меня. Они очень любят футбол, особенно в летний период, когда мы выходим на улицу. Эти турниры очень прекрасны для развития детского футбола, практика игровая, ну и много положительных эмоций. Областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» – масштабный спортивный проект, который реализуется более 10 лет в Самарской области. В первую очередь, наверное, я бы оценил это как продолжение соревновательной деятельности для детей в летний период. Но футбол – это игра номер один не только в Самаре, но и во всем мире. И 22-23 июля на главной площади нашего города, на площади Куйбышева, состоится финал городского этапа «Лето с футбольным мячом». Первый такой турнир состоялся в 2009 году в железнодорожном районе Самары, а затем соревнования приобрели общегородской масштаб. С 2011 года в них уже участвовали команды со всей Самарской области. С 2019 года проект вышел на всероссийский уровень, и 73 региона России подключились к его реализации. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События.